Я хочу сделать фильм. Я видел сон и хочу, чтобы этот сон все увидели. И таких есть три сна. Вот. Давайте что-то вместе сделаем. Вы можете поддержать, можете участвовать. Давайте уметь распространять Божью идею, Божье слово, Божью волю на этой земле. Вы можете быть здесь светом. Вы можете быть здесь его переводчиком. Вы можете многое сделать без него. И поэтому, что лучше выберете? Жизнь в противлении Богу закончится самоубийством. Посмотрите историю всяких, кто отвергал волю Божию себе, он закончил жизнь плохо. Кстати, жизнь не заканчивается только этой жизнью. Вот. Она будет продолжаться в вечности, поэтому думайте о настоящих ценностях, о настоящей истине. И не обманывайтесь, вот это сказать, не обманывайтесь. Читайте Слово Божье. И не обманывайтесь, и других не обманывайте. До новых встреч.